Хотелось как лучше, получилось как всегда. Ставшая крылатой фраза как нельзя лучше применима к закону о такси, который вступил в силу почти 2 года назад. Однако мало что изменилось, с сожалением констатировали областные депутаты. Было много шума и треволнений, в итоге 4000 человек работают легально, остальные так и остались в тени. Задачи стояли самые благородные – обезопасить перевозки и упорядочить бизнес, чтобы таксисты платили налоги. На деле получается нелегалам работать выгоднее, чем законопослушным обладателям таксистской лицензии. Это признают в правительстве области и кивают на несовершенство федерального закона. Сегодня он не работает в полном объеме, как ему нужно. И сегодня там главное требование, чтобы таксист имел стаж не менее 3 лет. Мы это проверить не можем никак. Потому что у нас есть информация, что люди, которые только что получают разрешение, они уже работают таксистами, без всякого опыта работы. Страдают те люди, которые легально работают. А те, кто нелегально работает, они чаще всего уходят от ответственности. Были, конечно, рейды, были задержания машины, значит, и было, значит, помещение на штрафстоянку. Но это такие рейды, они носят такой, знаете, такой редкий характер, несистемные рейды. Все вопросы решаются. Решаются там, где люди хотят решать их, а не замыливать, как у нас в области. Спасибо.